Гомельшина – самый лясистый регион Беларуси. У спякотные летние месяцы лясы становятся местом отпочинку. По их тропах ходят грибники да ягодники. Одни бавят час культурное, не то, что сами не сметят, але за иншими приберут. Нехто наносит природе на умысную шкоду. То запалку непогашенную кине, то вогнище не потушить. Але зараз наведывание лясов заборонено абсолютно для всех. У черговый природоохонный рейд разом со специалистами отправилась наша с дымочная бригада. У лес зараз нельга нікому. У регіёне аб'яўлены 4-5 клас пажарнай небяспекі. Зберагшы лясы імкнуцца ўсе службы, якія маюць дачыненне да аховы прыроды. Гэта не толькі работнікі лясной гаспадаркі, але і выратавальнікі, эколагі, спецыялісты інспекцыі аховы жывёльнага і расліннага свету, нават упраўленне ўнутраных спраў. Папярэджваюць, ходзяць па дамах, наведваюць месцы масавага адпачынку людзей на пляжах, заклікаюць праз СМІ і працуюць з прадстаўнікамі ўсіх узроўняў улады. Структурными подразделениями Государственной инспекции охраны животно-растительного мира по Гомельской области, как самостоятельно, так и совместно с органами внутренних дел, на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия по профилактике противопожарной ситуации в области. Проводятся беседы с населением, раздаются листовки. В основном эти мероприятия проходят в выходные дни, в праздничные дни, когда скопление людей в местах отдыха, в лесу, на речке максимальное. Данные мероприятия будут продолжены до установления благоприятных погодных условий. С початку года у лесах Гомельской области отбылось амаль 100 пожаров. Это у 7 разов больше, чем за такие же летошний период. Для их выявления и оперативного тушения дейничают пожарно-назиральные вышки, обсталяванные камерами видеоназирания. Ими охоплено около 95% лесных площадей. Разом с тем, захованность пригожих и велишных лесов Гомельской области залежит миновито от каждого из нас. На кого не дейничая моральный аспект, той будет платить за порушение штраф. Наведывание лесу заборонено. Перыяд можа абысціся пакараннем у 25 базавых велічынь, а гэта больш за 600 рублёў. Зразумела, у бюджэце кожнай сям'і такая сума лішняй не будзе. Основной акцент делается это на изменение мировоззрения граждан к безопасности. К сожалению, сегодня граждане не понимают, что лес – это национальное достояние, и посещая его, они нарушают те требования, которые установлены, и тем самым это приводит к пожарам. Видите, что погодные условия сегодня сложились очень сложные. На территории Гомельской области ранее уже возникали пожары, сложные пожары, которые перерастали в верховые и угрожали населенным пунктам, которые размещаются в лесных массивах. Поэтому МЧС сегодня видит необходимость именно собрать всех субъектов профилактики правонарушения, которые должны работать в лесах, и именно направить их на освещение в средствах массовой информации, той работы, которая проводится с гражданами, и та ответственность, которая сегодня за нарушение установленных правил в лесах, поведения в лесах, установлено до граждан. Подробный сюжет на эту тему глядите у неделю 17 червеня у программе «Новины тыдня» на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Марина Джала, Настасья Кучинская, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель».